упражнение приседания в тренажере гака или же гак приседания. Выполняем в широкой постановке ног. Выставляем ноги таким образом, чтобы носки были повернуты в стороны. И при приседании, при сгибании суставов мы наблюдали прямой угол между голенью и задним бедром. Садимся глубоко, не отрывая таз от спинки. Следим за коленями, чтобы колени всегда были разведены широко и не сводились при подъеме. Также не фиксируем выключение коленных суставов в верхней точке амплитуды. Все.